Срок уплаты подоходного налога физическими лицами, исчисленного на основании предоставленных налоговых деклараций расчетов по подоходному налогу за 2022 год, должен был произведен не позднее 1 июня 2023 года. Оплату можно произвести через банк отделения почтовой связи, посредством системы ЕРИП, через интернет-банкинг, мобильный банкинг, а также в личном кабинете. За несвоевременную уплату подоходного налога начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность. За более подробной информацией можно обратиться в налоговую инспекцию. Информация о расположении налоговых инспекций и номерах их телефонов размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам налог.гов.бивай.